медные. Да, медные. Вот такими, такие пили воду из родников. Носили. А это значит носили на плече горянки родниковой водой. Это они настоящие, тоже много лет. Ну, это где-то у соседа одного искупил, да. Мне маме очень понравилось. Вообще, вот так идею пока я выдерживаю. Вот. Поставь рядом, пожалуйста. Да. Поставь, пожалуйста. Когда на берег что-то вообще будет. Идти летом. Дальше. Ну, это тоже еще не все, да? Вот. Сейчас вам еще одну вещь продемонстрирую. Вот сзади у вас водопад. А это вообще не поднимется. Опа, водопада нет. Сейчас он заработает. Это уже интересно. Грот? Нет, это не грот, это, что если речка идет, то здесь должен быть маленький водопад. Да. Вот, ну вот мы здесь. Да, счет, а он не работает. Просто он где-то на дняху пропустил, там я его даже не пускаю. Да, вот. Он задумал. Все есть. Вот эти камни как раз привезли из этого того. Из гор специально нам понравились эти камни. Меня да. Вот. Вот такие, да. Они везли. Но здесь какой замысел. Когда у нас хорошая компания, где-то после 8-го тоста, насколько помните, Юрий Дмитриевич, наш общий знакомый машинист, говорит, что после 8-го тоста по грузинским столом все начинают говорить по-грузински, а пить, а если ты пьешь родниковую воду, то она вдруг оказывается вино. То есть мы здесь элементарно зальем сюда вина, и она будет нам лить вино, и сможете поднять, и потом говорить, что я пила вино из водопада. Это элементарно делается, я думаю, на одной из встреч мы такое дело произведем. Вот. Да, дальше. Там у меня пропустил. На изоляции не надо. Да. Современный битум немножко не такой, повторю. Советские времена.